Привет, Красноярск. Меня Александр Алёнин. Я художник. Вот несколько моих рисунков из последних на простой бумаге. Вот фломастером и просто фломастером. Не самые качественные. Вот. Я что прошу у вас? Вас, в Красноярске, миллион человек. Я один художник. Если кто-нибудь меня знает, то прошу вас, мне нужно просто, чтобы меня приютили на один день. Я приезжаю на машине. Я приезжаю на машине в Красноярск, в район Крастец, Красмаш, Каменный квартал, вот в этот район. Приезжаю в 10:30 утра или где-то в 11 утра. Дальше мне нужно идти купить лекарства по рецепту. За свои средства, то есть. И дальше весь день мне нужно где-то находиться. Где-то находиться. И неужели нет ни одного человека в Красноярске, кто бы не мог сказать мне, можешь у меня остановить, просто посидеть где-нибудь в углу спокойно. Я не буду мешать, я интроверт. Просто тихо, спокойно посижу, порисую, может, на своей бумаге. Ничем вам не помешаю. Еда у меня своя будет. И потом к 7:30 вечера или к 8 вечера мне нужно уехать на машине. Потому что она только в это время приезжает. Это нужно сделать один раз всего лишь. Один раз. Один день так нужно всего лишь. И еще одно ограничение. В любой день, кроме воскресенья. Потому что в воскресенье машина это не приезжает. Вот все. Прошу вас, кто-нибудь откликнитесь. Все, вот все обращение.